Всем привет, меня зовут Артем Батрак, и пару недель назад я вам обещал, что буду делать подробный анализ игр московского «Спартака». И вот этот момент настал, первый домашний матч против минского «Динамо». Поехали, о «Спартаке» подробно. Первый момент, о котором я хочу вам поведать из матча «Спартак» «Динамо-Минск», это то, как спартакцы входят в чужую зону при игре в большинстве. Многие считают, что забрасывать шайбу в чужую зону – это не самый хороший вариант, но Райан Стоа и его партнеры доказали обратное. Стоа в начале второго периода по флангу правому вошел в чужую зону и вбросил шайбу. Она прошла все закругление, а дальше, внимание, Александр Хлачев стянул на себя одного из игроков и пропустил шайбу по борту далее. За ним находился Лещенко, он также на себя одного стянул и шайбу пропустил. Таким образом, она оказалась у Лайнина, который был абсолютно один. Лайнин бросал от синей линии, а Вячеслав Лещенко через несколько секунд бросал с более близкого расстояния. В какой-то момент во втором периоде игра пошла на встречных курсах. Александр Хлачев получил диагональную передачу от своего партнера, вошел в чужую зону, и у него было три варианта действий. Отдать в центр и отдать левее. Александр сначала посмотрел на первый вариант, увидел, что партнера закрыли, потом уже думал над вторым и принял решение, что надо бросать самому, но было на самом деле уже чуточку поздновато, и Александр попал в оппонента. Таким образом, прямая атака «Спартака» переросла в позиционную, но вот в позиционке спартакцы совершили небольшую ошибку, но на самом деле не это здесь главное. Это немножко комичный момент. Бондарев остался единственным защитником у спартаковцев, на него бежали два игрока соперника. В центре поля лежала клюшка. Она там лежала, наверное, уже минуту, просто у арбитров не было времени, чтобы ее убрать. Бондарев, ну, то ли забыл, то ли просто не видел об этом предмете. И, собственно, когда он катился назад спиной вперед, он на эту клюшку наступил и упал. Минчане убежали на ворота Беспалова 2-0. Но Ковыршин не смог переиграть нашего голкипера. Беспалов сегодня показал просто великолепную игру. И самое удивительное, что эта великолепная игра пришлась на его сотый матч в континентальной хоккейной лиге. За 65 минут игрового времени заброшенных шайб не было, и матч перешел в послематчевую буллитную серию. У спартаковцев первым отличился Виктор Комаров, новичок нашей команды, который перешел в межсезонье. Он все сделал очень здорово. Он подобрал шайбу в центре площадки, поехал чуть правее, и в тот момент, когда он подъехал к вратарю, он так качнул его плечами и бросил между ног. Счет стал 1-0. Следующим в стане краснобелых отличился Евгений Орлов. Он подобрал шайбу в центре площадки, ехал к чужим воротам зигзагами, ну а не доезжая усов, начал резко сбрасывать скорость, тем самым заставил вратаря минского «Динамо» вкатиться в свои ворота. Ну а когда тот вкатился, он просто-напросто взял и бросил в левый от себя угол и забил. Если буллит Евгения Орлова стал победным, то без буллита Игоря Мирнова было просто некуда деваться. Он забил третью шайбу спартаковцев в этой буллитной серии. Он, в принципе, вообще ничего не придумал. Он ее просто подобрал, поехал к чужим воротам и, не сближаясь, бросил. Энрод, честно говоря, немножечко психовал на этой буллитной серии. У него многое не получалось, зато наши парни забили аж целых три раза. Нельзя не сказать про Никиту Беспалова. Он тащил нашу команду во время основного времени матча, он тащил нашу команду во время буллитной серии и пропустил лишь единожды. Таким образом, победа «Спартака» в буллитной серии со счетом 3-1 москвичи набирают 2 очка.